как не летом, можно в полной мере оценить работу озеленителей и дворников. Сейчас, когда улицы Гая не покрыты снегом и не спрятаны под лужами, настало время поговорить о чистоте. Гай грязный или чистый? С таким вопросом съемочная группа Гай.рф обратилась к случайным прохожим. Место не такое симпатичное, есть чистота, красота. А в других местах вот такие травки растут. Грязный. А что особенно грязное, по вашему мнению? А вот около магазина вот это все бросают, идут. Дети идут, развернули конфетку, бросили. Так же и взрослые. Покурили, бросили. Хотя урны по две штуки около каждого дома стоят. На ухоженные места где-то видели, что-то нравится? Ну вот парк хороший. Здесь вот прекрасно. А где-то бывает грязно? Бывает, бывает. Где? Ну на мусорках в основном. А вам как кажется? Нам по-разному кажется, а вам как? Ну, кажется, нам не чистый, грязный. А какие-то ухоженные места видели? Что-то чистый, нравится? Чистый у нас город по сравнению с другими. А вот что мусор валяется? Ну, это издержки производства. Чистый. Прям все-все нравится? Все-все нравится. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации телерадиокомпании «Евразия».